Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня новая биржа, называется NiBooks. Регистрация здесь очень простая. Пройдя по ссылочке, вставляете свой email адрес. Далее идете, подтверждаете на почту свой адрес. Вам приходит на почту пароль. Вставляете в окошко этот пароль, копируете и нажимаете «Подтверждаю» и попадаете на экран сюда. Значит, что здесь такого хорошего, интересного, что меня заинтересовало? Здесь есть краны многих криптовалют. Ну и на самой бирже, обратите внимание, здесь очень много, посмотрите, монет всяких. И криптовалюта, и монеты. И эта биржа еще хороша для тех, кто занимается аэродропами. И сюда могут поступать монетки. Вот как мне на Крикс24 с аэродропа постоянно монетки приходят. Значит, давайте так вот по порядочку. Так. Вот это CoinVault. Ну, здесь вот можно перевести, всякая такая статистика идет. Далее вкладочка. Значит, здесь вывод какой-то идет. Далее вкладочка что? Вот здесь валет, здесь кошельки, как бы вот, которые активны, неактивны. Вот всякие монетки. Далее. Так, здесь обмен, как я поняла, и вот здесь кран, смотрите, Falcat. И здесь 18 монет, всякий раз, вот посмотрите, я вот одну монетку попробовала раз в 5 часов собирать как бы эти монеты. Вот, смотрите. И вот 18, я насчитала 18 штук. Так, 6, 9, 12, 15. Ой, что-то я сбилась. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 12, 13, 14, 15. 15 16 17 18, да, 18 монет. Далее что, где взять адрес? Вот сюда нажимаем на эту вкладочку и смотрите, плюсик — это депозит. Давайте там есть доги, посмотрим, сколько нам дадут догов. Так, доги найдем, да, и попробуем собрать. Вот доги, смотрите, плюсик. Мы генерируем адрес. Вот депозит, где брать на кран. Нажимаем вот сюда, на вкладочку. И у нас генерируется вот адрес. Так. Так, я скопирую. Потому что я предыдущий, когда собирала, я тоже копировала. И он у меня там отобразился уже сразу. Значит, переходим на кран. Такая интересная биржа. И доги. Нажимаем доги. И видите, у меня уже адрес генерирован. И что он нам тут дает? Давайте посмотрим. Это сама мало что. 0,5 догов, что ли, выходит. Так, горы или холмы. Так. Сюда нужно. Значит, подтверждаем сюда на вкладочку. Так, и что? Что-то ничего. Что-то мне ничего не дает.
Там ниже идет статистика. А, надо же... Давайте переведем. Так, перевести на русский. Что он такое пишет? А что-то непонятно мне. Что он... Ничего мне не дал. Или надо ждать 6 часов, что ли? Значит, каждый экран 6 часов выходит, что ли? Так, вернемся на экран. Вот у меня 5 часов. Я вот собрала, что ли, выходит. Далее. Так, вот здесь я показала вам денежные средства, да? Вот уже у меня как бы переведен. Вот на плюсик мы генерируем адрес. На минус это вывод. И вот тут я биткоин посмотрела, минималку на вывод. И минимум на вывод, смотрите, 300 тысяч. Я считаю, что это не сильно и много. Да, 300 тысяч. Далее что? Здесь предлагаю сделать нам двухфакторную аутентификацию эту. Нужно обязательно сделать, скопировать этот, ну, телефоном подставить и как бы двухфакторная защита. И здесь мой аккаунт нажимаем. Здесь ваша будет партнерская ссылочка находиться. Русского языка здесь нет. Английский. Что это? Бразилия или Португалия? Не знаю. Ну, откуда-то. Далее. Здесь уже можно ввести имя. Юзернейм. Если хотите изменить пароль, что вам пришел на почту, изменить пароль, подтверждение пароля, номер телефона, подтвердить телефон и опять телефон, ой, пароль, и нажимать на вкладочку, как бы заполнить профиль. Ну, в принципе, и все. И вот мне почему-то... Давайте другую монету хочу собрать. Неужели это каждую монету это раз в 5 часов? Что-то я не знаю, какую здесь мы соберем. Вот буковка Е. Нет, это 13.37. Это монета называется, батюшки. 13 какую-нибудь, я не знаю. Или ZBA. ZBA. Так. ZBA. Давайте найдем. ZBA. Здесь она по алфавиту идет. Мне уж что-то вот это все меня задело. Так. ZX. ZBA. Вот. Так. ZBA. Самая последняя. Значит, генерирую номер. Если я сейчас не соберу, значит, каждый раз... Потому что бывает, что кран как бы пустой. И они потом его пополняют. Так, я копирую. Так, перехожу на кран. Так, где это ZBA? Вот она ZBA. Так, разгадываем капчу. Витрина. Подтверждаем. Так, да, далее, посмотрите. Значит, у Дога пустой кран. Значит, не каждая монета по 5 часов. Значит, смотрите, это выходит, мне дали 0.025 вот этих монет. Да, вот мой, походу, адрес. Так, ZI. Нет. А где он, этот адрес мой? Здесь его и нету пока. Ну, я уже искать не буду. Должен где-то быть. Нет. И вот, да, 0.25 монет мне дали. Вот этих. Возвращаюсь в бэк. Ну, такая вот биржа. Кому интересно, пользуйтесь. Я думаю...
Биржа всегда нам пригодится, какая б ни была. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!